Я нахожусь в Курьяново. Этот поселок был построен в 50-е годы прошлого века для работников станции аэрации очистных сооружений. Чем же интересен поселок Курьяново? Прежде всего тем, что за 70 лет он не претерпел никаких архитектурных изменений. Мы видим именно то, что было построено в 50-е годы прошлого века. Именно по этой причине Курьяново снимают в кино. Здесь хорошо можно передать атмосферу 50-х или даже 40-х годов прошлого века. В каком-то из художественных фильмов была даже представлена одна из улиц поселка, как улица какого-то западноевропейского города, городка. И действительно так все это очень похоже. Тем более сейчас, в середине января, погода стоит, европейская зима. И действительно улицы выглядят, наверное, как в каком-то западноевропейском городе. Особенно для роли западноевропейского провинциального городка подойдет Курьяновский бульвар. А пока полюбуемся курьяновскими улицами. Их тут четыре. Первая, вторая, третья и четвертая Курьяновские улицы. Когда я был здесь в прошлый раз, это было 2 года назад, в сентябре, здесь почти в каждом дворе на веревках сушилось белье. Такое в Москве тоже, ну, можно еще, конечно, встретить, но очень редко. Здесь же это обыденно, как это было, скажем, 30 лет назад и во всей остальной Москве. Причина, по которой я решил вернуться сюда, чтобы поснимать еще, это отсутствие листвы и подходящая погода. Здание будет видно, ну, более-менее, хоть и через ветки, но будет видно нормально. Когда же я здесь был в сентябре, я снимал Курьяново с велосипеда. Это была, ну, пробная версия. Я повесил камеру на велосипед, что было, на мой взгляд, ну, неудачно. Все-таки велосипед раскачивается, и картинка прыгала. Камера у меня была с очень плохой стабилизацией. Видео очень сильно урезано. То, что смог, я разместил на канале. Кому интересно, могут посмотреть. Также, когда я снимал с велосипеда, из-за деревьев, из-за листвы на них, домов не было видно. Смотреть не на что практически, только дорогу и было видно. Ну, немножко дома там мелькали там между деревьями. Поэтому это видео все не вошло. Вот интересный сарай. Я так думаю, что это кладовки. Еще это место мне напоминает провинциальный подмосковный город, такой как, например, Королев годов 80-х прошлого века, по крайней мере, похоже. Впрочем, и на любой другой подмосковный городок. С погодой мне действительно повезло. Единственное, что мешало снимать, это низкое январское солнце, постоянно бьющее в объектив. И приходилось выбирать такой ракурс, чтобы не засвечивать картинку. По взглядам местных жителей я понял, что они, хоть если и не знают всех жителей поселка, то, встречая их на улицах и в магазине,
ну, знают их в лицо, поэтому на меня они смотрели более пристально, что ли. Такие взгляды мне знакомы, когда я бывал в деревнях, в поселках каких-то. Там местные жители тоже пристально вглядывались в человека, видя в нем сразу чужака. Что еще можно сказать про этот поселок? Он куда интереснее поселка Сокол. Здесь почти нет высоких заборов по 2 метра, но кое-где тоже имеются. Но здесь можно пройти по любому двору. Здесь есть тротуары. Здесь тихо, спокойно, немноголюдно. Можно отдохнуть. Летом тут, наверное, вообще прекрасно. Также здесь есть магазин. Тут можно купить воды, что-то перекусить. Так что никаких проблем. Добраться сюда на автомобиле можно только по шоссейной улице, никак иначе. Из других видов транспорта это общественный, автобусы. Их, кажется, 4 там ходят. Практически там конечная. Дальше дороги и нету, шоссейная улица заканчивается. Ну, 703 вот ходит до текстильщики метро. Также можно по МЦД добраться до Перервы и далее либо на автобусе проехать остановочку, либо пешком пройти. Скоро там построят еще одну станцию МЦД, возможно, она будет называться Курьянова. Город стремительно разрастается, уже метро и в Троиц копают, поэтому странно, что в самой Москве еще сохранились подобные места. Коснется ли этого поселка программа реновации, я, честно говоря, не знаю. Скоро с карты Москвы исчезнет деревня Терехово, возможно, даже ее уже сейчас сносят. Не был там с осени, не знаю, что там происходит. Там строится станция метро Терехово, так что не знаю. Поэтому пытаюсь заснять то, что еще осталось, и самому интересно, и для истории полезно. Ну а передохнуть здесь можно на Курьяновском бульваре. Там летом, скорее всего, зелено. А также имеется множество скамеек для отдыха. Еще одна особенность Курьянова. Тут очень чисто. И, судя по всему, не потому что метут, а потому что не ссорят. А урны я видел, это на Курьяновском бульваре, где скамейки. Также около подъездов стоят. Также я видел здесь дворников. Не припоминаю, видел ли я их 2 года назад здесь. Но в этот раз видел несколько человек. Все они, как и по всей Москве, приезжие из Средней Азии. Сейчас я как раз прохожу через Курьяновский бульвар. Пройду по 3-й Курьяновской улице.
заросший диким виноградом сарайчик с приставленной к нему лесенкой. Третья Курьяновская улица, с одной стороны, заканчивается тупиком, образуя собой круглую площадь, на которой можно развернуться и поехать в обратном направлении. Если бы не запах сероводорода, иногда приносимый ветром, здесь было бы совсем замечательно. Я проживаю в Северном округе, у нас никогда не пахнет сероводородом. Возможно, местные настолько привыкли, что не замечают. Или же им просто некуда деваться. Вот замечательные скамейки, где летом можно присесть и передохнуть. Я вновь на Курьяновском бульваре. 14 часов дня. Солнце совсем уже низко. Скоро будет снимать еще труднее. Как же мне нравятся эти деревянные заборчики, сам не знаю почему. Может быть, воспоминания детства, деревни какой-нибудь, поселка, я не знаю. Я даже припоминаю, когда я жил в Тушино, даже вокруг пятиэтажек был небольшой штакетник такой зеленого цвета. Гаражи, кладовые, сараи. Сейчас пройду непосредственно по дворам. Гуляя по Курьяново, я пришел к мысли, что скорее согласился бы жить в подобном месте, чем в доме-монстре, который построили напротив платформы «Беговая». В такой дом войдет штук 100 таких Курьянова. У них нет двора, то, что можно назвать двором. Там не бывает солнца никогда. С другой стороны, наоборот, солнце целый день. Но там офисные какие-то здания, магазины, возможно. Я там туда не заходил, не знаю. Они ходят пешком. Они постоянно приезжают на автомобилях, уезжают. Потому что если выйти и пойти пешком, то пока обойдешь этот дом, то считай, и погулял уже. У них нет зелени, деревьев. Представляете, что они вдруг одновременно все выйдут из дома. Они просто не уместятся во дворе. Это будет что-то такое, давка такая будет. В общем, для здоровой психики людям нужно жить как раз вот в подобных условиях. Не должно быть тесно, многолюдно. Должно быть зелено вокруг быть, хорошие дворы, детские площадки. Вот так должен жить нормально человек. Как говорится, оставайтесь с нами. Вас еще ждет бывший дом культуры, закрывшийся в 1996 году, памятник Ленину и детский сад. Поняв, что заряда батареи мне хватит с лихвой,
я перестал экономить и стал снимать уже более длинные отрезки видео. Не знаю, как изнутри в квартирах, но снаружи домики выглядят аккуратненькими, чистенькими, недавно покрашенными. Если все подробно осматривать, обойти все дворы, весь поселок, внимательно, не спеша рассмотреть, то на это уйдет не один час, я думаю. Как вы уже и сами смогли убедиться, здесь очень просторно, уютно. Не то что точечная застройка Москвы, где из одного подъезда вышел и сразу напротив другой подъезд. Также я не заметил каких-то проблем с парковкой у людей здесь. Первая Курьяновская улица. Здесь уже хорошо слышно железную дорогу. Покосившийся, полузгнивший заборчик. Сейчас я снимаю с шоссейной улицы, что сказать, деревни прямо такие. Я вновь на Курьяновском бульваре, скоро подойду к Дому культуры. Дом культуры с тыла. Вот и Дом культуры. Подкрасили, обновили. Двери заложили боковые, убрали надпись «Дом культуры». А вот так Дом культуры выглядел 2 года назад. Сталинская архитектура, сталинский декор того времени. Ну а напротив Дома культуры, а что должно быть напротив Дома культуры, как вы думаете? Ну конечно же елка, елочка, посмотрим на нее. Ах, какая красавица, а что это у нее там слева торчит, чья-то рука вроде как. Ого, так это же Владимир Ильич Ленин, тоже его так спрятал тут за елочкой. Ну вот таким я увидел его 2 года назад.
Очень похоже, что когда-то в этом домике был магазинчик, возможно, даже винный. Но эти транспортные средства прекрасно вписались в общую картинку. Солнце совсем низко, снимать против него бесполезно. Вот и детский сад «Малыш». Подходит к концу мое посещение данного места. Показал все, что смог, все, что успел. Как смог, тоже показал. Солнце порой мешало низкое. Поэтому жду ваших оценок. Спасибо.